повышаем уровень тестостерона. Первое. Не употребляйте обработанные пищевые продукты и напитки с содержанием химических веществ, ведь это основная причина низкого тестостерона. Обработанные пищевые продукты и напитки разрушают наши гормоны и провоцируют ожирение. Номер два. Проводи больше времени на солнце, ведь проводя время на улице, организм синтезирует витамин D. Витамин D регулирует усвоение минералов кальция и фосфора, также положительно влияет на уровень тестостерона. Номер три. Ешь здоровые жиры, например, такие как орехи и семечки. Номер четыре. Оливковое масло, известный факт, помогает регенерироваться тканям организма и повышает гормоны. Номер пять. Ешь углеводы, ведь низкоуглеводная диета снижает анаболические гормоны. Углеводы являются основным источником топлива для каждой клетки нашего тела. Если белки – это кирпичики для построения тканей, то углеводы – это строители. Номер шесть. Больше думай о сексе, ведь либидо – это признак хорошего уровня тестостерона. Номер семь. Побольше позитива и забудь о стрессах, ведь кортизол – это главный враг мужского полового гормона. Кортизол блокирует производство тестостерона и повышает уровень эстрогена. Номер восемь. Еще с давних времен народная медицина использовала определенные продукты для повышения тестостерона. Лучшими продуктами для мужчин считаются орехи, семена, бобы, морепродукты, куриные яйца, мясо, овощи, фрукты и мед. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!